Наконец-то долгожданная спасительная дорога «Северный объезд» с этого дня открыта для пользования рязанцев. Хочу от всей души поздравить вас всех с завершением большой работы по созданию северного обхода Рязани. Новая скоростная современная автотрасса – главный объект дорожной отрасли региона за последние годы. Это большая победа. Все это время нам помогал федеральный центр. Я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за личную поддержку и постоянное внимание к строительству северного обхода. Мы благодарны Министерству транспорта Российской Федерации за помощь в решении сложнейших задач в ходе строительства. Отдельная благодарность помощнику президента Российской Федерации Игорю Евгеньевичу Левитину за ту помощь и поддержку, которую вы, Игорь Евгеньевич, оказывали мне на протяжении всего хода работ. В городе строятся развязки и, конечно же, вот этот замечательный участок. Я хотел бы поблагодарить строителей прежде всего, которые за такой короткий срок сделали такую качественно хорошую работу. Я хочу вас за это поблагодарить, а всем жителям Рязани пожелать хороших дорог и, конечно же, развития. Социально-экономическое развитие Рязанской области. Мы сегодня говорили о тех планах, которые необходимо сделать до 2020 года. И я думаю, что с помощью федерального центра все те задачи, которые стоят перед областью, перед городом, будут реализованы. Еще раз поздравляю нас всех с этой замечательной работой. Спасибо. Больше 800 дней усердной работы, 600 сотрудников, 3 сотни единиц техники, 4,5 километра асфальта, 4,5 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. А самых трудолюбивых дорожников губернатор наградил памятными знаками. Я думаю, что те планы и программы, которые есть по развитию дорожной инфраструктуры Рязанской области, не будут реализованы. Мы сегодня об этом говорили и будем еще говорить. Этот объезд, как утверждают специалисты, на треть облегчит дорожную жизнь рязанцев, ведь сотни большегрузных автомобилей покинут улицы нашего города.